Ты красавица, да? Иди сюда. Да, тебя покушать, да? Молодец, молодец. Не боится людей. Не боятся людей, а? Такие грибочки на дереве прикольные. Хоть кусочек природы в Одессе, да? Такой живой. Это, наверное, тоже будет есть долго. Тут жирнее ни одна белка до этого съела. Да? Ничего. Интересно, они где живут? На деревьях или где-то в дупле? Ну есть, что в дупле есть гнезда вот большие, они у птиц отбирают часто. Кого-кого? У птиц часто отбирают гнезда большие наверху. Ага. Оказывается, здесь не только белки проживают, но еще вот такие моллюски. Живые, кстати. Как это называется, кто знает? Правильно, улитка.